I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Мидтаун, Нью-Йорк. Отель Парк Мэдисон. Нет. Не надо. Камера 3. 16 марта 2021 года, ВТ 2 часа. 160 321 D415. С3. ВТ 2 часа. Загрузка. Загрузка завершена. Чемоданное похищение. Под подозрением. Нью-Кроссес, Юго-Восточный Лондон. В мамину комнату, без спроса. Если застукает. На тебя все свалю. Как обычно. Примирим? Во-первых, мне давно не 7 лет. Во-вторых, у меня список. Чего? Так дел. И график. Сейчас ты должна быть. В душе. Опаздываем. Я час как встала, это ты спишь. Смена часовых поясов. Нет. Просто меня всю ночь. Выпихивала с кровати хоббит-сестрица. Могла бы не выдергивать меня из Нью-Йорка. Где ее обручальное кольцо? Не знаю. Может, снова начала носить? Пойдем. Правда, опоздаем. А ты что тут забыла? Мам, твое обручальное где? Думая о своей свадьбе. Который час, знаешь? Как дети, честное слово. Марш в душ, пока опять. Не начали ругаться да припираться. Ай. Эй. Водает? Простите. Спасибо. Ил бицеп пинк ап май сейд кас. Пойдем. Дейзи, вылезай. Видос видела? Мы опоздаем. Обе. Королевская семья. Сама королева. Принц Чарльз, Уильям и Кейт. Классно. А вот телефон мой верни. Нет бы привезти. Подарок из Нью-Йорка. Я привезла. Шарик со снегом. Оксфорд. Нет, он прикольный. Но в век интернета. Спектр его возможностей не так широк. Хоть ростом ты. Почти с меня, тебе 11. Вот именно, вот именно. Как прошли выходные с папой? Не скучала? Домашки были горы. Эмон. А я скучала. Что? Домашку забыла. Если шутка, не смешная. А если нет? Уже смешней? Ладно. Спокойно. В общем, иди. А я отпишусь учителю. Хорошо. Разберемся. Спасибо. Католическая школа Святого Генриха. Главный вход. Камера 5. Я тоже скучала. Давай. Саутхоллский рынок. Камера 4А. 8 часов 37 минут 18 марта 2021 года. Саутхоллель, Большой Лондон. Чертеж. Йо, Усейн Болт. Я думал, вы все. Кто б сомневался. Обед. А, спасибо. Набегался. Папа не успевает. Спрашивал, может, ты съездишь. Да какой из меня торговец? Он неделями тебя просит. Наладить компьютеры. Ты ведь знаешь, я жду звонка. Есть же мобильник, АДЕ-ша. С собой возьмешь. На складе шум и грохот. Что обо мне подумают? Хорошо, что ты ему нужен? Живем в одном доме. Теперь еще вместе работать. Привет, привет. В кои-то веки на работу? Мне б сполоснуться. Так вперед. Парни подождут. Ковры, кашка. Торнли Роуд, ЛБЛ 1109. 18 марта 2021 года, 8 часов 46 минут. Мидтаун, Нью-Йорк. Отель Парк Мэдисон. Полицейское управление Г. Нью-Йорк. Привет. Рад тебя видеть. Пойдем. ФБР. У нас тут аврал, играем в догонялки. В курс ввели. Да. Так, парня, Лео Ньюмана. Упаковала в чемодан банда в масках. Видос попал в GoLeak полиция. Нью-Йорка ищет четверых. Британцев. Через несколько часов видео сольют в сеть. Требования? Молчат. Ха. Киберкриминал? ММ. Не факт. Кто бы его ни забрал. Разбил телефон на лестнице.
На этом все. Жду от британцев информации. По подозреваемым. Когда экстрадируют? Как найду улики? Персональный лифт в пентхаус. Хочешь, сгоняю. Буду в аэропорту через час. Ну, а о чем умалчиваешь? Камера TM-23 Оксфордский университет. Колледж Бленхейм. Прошу простить. Сама просила. Перенести занятия на пораньше. Не умею спать в самолеты. Так что, виним джетлаг. Хизер, вы опоздали. Вы тоже? Верно, но я извинилась. Я могу, но кому нужны? Неискренние извинения? Мало кому. Ладно, тогда давайте начнем. Не сажать нору. За один столик с дядей Реем. Да. Рассадку я проверила. Копию плана отправила. Мама, зря ты взяла на себя. Оплату всего приема. Бюджетный отельчик в Пикхэме. Это не люкс из тех, что вы снимаете. Если сын Нары столкнется с Реем, будет драка. Я в курсе, мам. Он и так заикается. Как бы не было хуже. Займись делом. Позвони в автопрокат, подтверди бронь. Кто должен сейчас стрессовать? Ты. Что это? Какого-то идиота пакуют. В чемодан. Тебе такое присылали? Это мой. Ого. Наверное, тетя Роуз. А королевское семейство тут каким боком? Бандитские будни. Сегодня я расскажу о коллективном сознании и о том, как на него воздействуют поведенческие стереотипы. Эксперименты показали, что даже самые разумные люди в социуме ведут себя иррационально. На примере Германии 30-х прошлого века мы видим проявление. Что вас насмешило, Хизер? Находите в чем-то забавном нацизм? Нет. Тогда что? То, как королева запихивает Камилу в чемодан. Моя 11-летняя дочь тоже хихикала. Коллективное сознание. Все копируют, подражают. Все — это кто? Вы социальные психологи. Так ответьте. Не будь ролик популярным. Вас бы он зацепил. Что делает значимым культурный феномен? Экипаж желает вам приятного полета. О погоде в Великобритании перед посадкой. А сейчас просим оставаться на своих местах и пристегнуть ремни безопасности. Простите, можно? Да просто оставьте бутылку. Чтоб я вас не дергал. Ничего. Это моя работа, сэр. Я меру знаю. Нам не разрешается. Что? Думать головой? Я наполню бокал, как только допьете. Простите? Ну, и как это называется? Паршивый сервис. Мне так и орать, да? Слышь, брат. Остынь, успокойся. Это ты успокойся, брат. В глаза. Смотрю. Успокоился? Да. Все путем. Спасибо. Да. Ковры, кашка. Смотрел-то видео? О. Да, это что-то. Думаешь, похищение реально было? Что за видео? А мне прислать? Починил компьютер. Он не сломан. Просто старый, тормозит. Прям как папа. Так что, ну? Починил. Почти. Что за видео? Я же просил по ночам выходить из сети. Отец выходит. Нет. Я же вижу. Я выхожу. А тогда кто? Где мой чай? Тут рылся. Что за? Починил. Он не ломался. Починил, значит? Да, скоро все будет. Тебе нужна фирменная футболка? Да, нет. Точно, нет. Тот ролик, розыгрыш, пранк? Мне чай кто-нибудь нальет? Ковры, кашка. Да. Не поверишь, работает. А что такое? Тебя. Что-то важное. Алло. АДЕША чё прослушает? Куда делись деньги со счета? Не сейчас, сон. Зашла на сайт, думала, ошибка, но нет. Платеж турагентству на сумму в 400 фунтов. Зачем полезла? Ведь финансы на мне.
Что происходит, АДЕША? Да ничего. Я перекинул туда-сюда. Не бери в голову. Ты что-то скрываешь. Почему телефон всегда под рукой? Я объяснял. Куда ушли деньги? Что? Те, что ты отдал турагентству. Слушай, давай поговорим вечером, дома. Нет, объясни сейчас. Сейчас я чиню компьютер. А говорил, он не сломан. Скотт. Кэтрин Ньюман, спецагент Скотт Андерсон. Здравствуйте. Скотт возглавляет отдел особо тяжких. Многолетний опыт расследования. Похищение и вымогательство. Если кто и найдет вашего сына, то он. Я вас оставлю. Через час жду звонка из Белого дома. И все же, сегодня вы для меня самый важный собеседник. Я тут собрался лететь в Лондон. Да, знаю. Как знаю, что вы найдете этих людей и привезете Лео ко мне. Полагаю, про возможных врагов. Вас уже спрашивали. Вытаскивание скелетов из шкафов? Спрашиваю клиентов. От кого бы вы не хотели услышать отзыв о себе по ТВ? Кавычка. Ну, а британцы в этом списке есть? Знаете, что такое стратегическая коммуникация, спецагент Андерсон? Пиар на высшем уровне. Мы создаем версию реальности, которая близка далеко не всем. Одни принимают, другие нет. Большинство ненавидят. А еще есть враги. То есть, надо завести блокнот побольше. И отдельный, для Лондона. Так значит, ваш Лео учился в Оксфорде. Я знаю, ваши отобрали для дела снимок. И доверяю их выбору. Но вот этот. Этот мой любимый. Почему опоздали? Ничего личного. Я вечно опаздываю. К вам стараюсь хоть через раз. Откуда вы, Хизер? Манчестер. Конкретней. Дыра, юг Манчестера. Вам-то что? Тот же вопрос. Есть 30 человек. На каждого из вас, как минимум. Тех, кто считают. Учиться здесь их врожденное право. Тех, что думают. Коекта из Южного Манчестера. Бездарность, занимающая их место. И пока вы лишь доказываете их правоту. Так вот, не можете доказать обратное. Хотя бы не лгите себе и уходите. Поскольку вы обуза для всех. Кто лез из кожи, чтоб здесь учиться? Когда злитесь, вылезает акцент. А где мама? Мам? Пойду вынесу мусор. Что, в платье? Там шагу не ступить. Дай-ка мне. Пей. Наливайте, наливайте. Вот, правильно. Так. У меня тост. За мою девочку, за ее свадьбу. И отсутствующих друзей. И папу. Ваше здоровье. Ура. Пойдем со мной. Никогда не привыкну. Пузырьки прямо в нос. Что это? Давно хотела тебе отдать. Сегодня наденешь? Твое обручальное. Изменили закреп и размер. В Хэптон Гарденс. Ювелир самой королевы. Оно прекрасно, мам, но... Сколько это стоило? Прости, ты и так потратилась. На этот прием. Ма, где ты взяла деньги? Тебя не касается. Еще как касается. А как иначе? Такое тебе не по карману. Это твоя свадьба. И я хочу, чтобы все было так. Как если бы отец был жив. И я признательна, правда, но... Пожалуйста. Мне это важно. Что-то старое и что-то новое. Вот так. Камера QA08. Оксфордский университет. Колледж Блинхейм. Ну, что ж. Начнем. Тема большущая, работы много. В контексте темы. Никому не нужно напоминать, что отвлекаться не стоит. Поговорим о мотивации. Что нас сподвигает на те или иные поступки? Что за нужды мы пытаемся удовлетворить? Вы Тара МакАлистер? Да. Долина Темзы, полиция. Дейзи? Нет. Вы не могли бы проехать с нами? Зачем? Прошу вас. А в чем дело? Поговорим здесь или лучше с глазу на глаз?
Это ваш ноут? Да. Спасибо. Где она деньги взяла? Может, что продала? Что? Я не знаю. Но ей в радость одаривать нас, баловать. Ношу не снимая, с того самого дня. Как улетела в Америку. ММ. Ее мамы. Она умная, Над. Смекалистая. Так что, не парься. Что? Звонок тети Роуз. Да та в жизни не пользовалась мобильным. Слушай. Ей по обычному днем. Звонить дорого. Значит так. Наш план действий. Я в душ, ты переодеваешься. Согласна? Введите пароль. Одно новое сообщение. Открыть. Сегодня не могу, у дочери свадьба. Надо сегодня. Вся сумма плюс проценты. Напиши, когда сможешь. Silby Road, через 10. Хватит СМС. Отправить. Silby Road, Юг. LBL 1109. Не понял, ты кто? Езжай. Чего? Езжай давай. Я ее дочь, ясно? Разберемся. Сколько она должна? 2000. Деньги я достану. Скажу, где меня высадить. Алло, слышишь? Какого? За нами хвост. Хвост? Точно? Нет, но я на условно-досрочном. Думаешь, полиция? Остановимся и спросим. Только не под арест. Не сегодня. Не будет арестов. Черт. И на тот свет тоже? Открылась истинная причина. Ухода Гарри и Меган из королевской семьи. Желание отмежеваться от той чертовщины. Что связано со скандальным видео? Которое не обсуждает только ленивый. Ньюман, новый посол? По другой версии, парень. Которого упаковывают в чемодан. Тот несчастный, что некогда. Познакомил герцога и герцогиню Сассекских. Черт. Ты что тут делаешь? Сказал же, после поговорим. Зачем тебе в Америку? Только без вранья, АДЕША. Я нашла посадочный талон. Ты не сгонял в Бирмингем к родным. А летал в Нью-Йорк. Почему? Я все объясню. Ты мне изменяешь? Изме. Да ты что? Помнишь, я подыскивал VIP-клиентов. Как кибербезопасник? Один из них клюнул. Я сказал, работаю в Америке, наездами. Но ты в Лондоне. Да. Но мне назначили встречу. Как раз в Нью-Йорке. А тебе не сказал. Потому что боялся, не пустишь. Мол, это дорого. И правда, дорого. В том-то и суть, сон. Если так жить, мы окончательно увязнем в этом болоте. Суть в том, что на счету денег уже нет. На местных заказчиках. Много не заработать. Надо быть амбициозной. И встреча прошла отлично. Сказали, дорожные расходы оплатят. И позвонят, все обсудим. Потому и телефон под рукой. Прости меня. Прости, сон, за вранье. Но не за то. Что хочу для нас лучшей жизни. Для тебя, для ребенка. Нет у нас ребенка. Но обязательно будет, как мы мечтали, да? Если лжешь, смотри. Не лгу. Честное слово. Канал Риджентес. Пешеходная дорога вдоль канала. Все нормально. Я с ней сейчас говорю. Здравствуйте. Оставьте сообщение. Ты где? Ау. Через час быть в храме. Платье висит на плечиках. Домой? Джо. Тихо. Над. Ты почему здесь? Видится до храма плохая примета. Плохая. Так что, сиди там. Что случилось? Так, просто забыла кое-что. Позвонила бы, я б кого прислал. Это личное. Ты уже в платье? Она в СВА? Да нет еще. Не в платье. Да я быстро. Надо забрать. Кое-что из маминых нью-йоркских вещей. После приема сразу медовый месяц. Сюда не заскочу. Погоди, у нас ведь все было готово. Да. Но в старину родители невесты. Боялись, что жених
передумает, если увидит невесту до того, как наденет кольцо. Отсюда и запреты. Мама читала, что и вуаль для этой же цели. Чтобы ты не успел дать задний ход. Над, я женюсь на тебе всенепременно. Точно все нормально. Главное неудобство. Жизни с адвокатом. Ваша подозрительность. Что там у тебя? Ничего. Это, звонит Мон? Маник. 5 минут и мама звонит федералам. Иди в гостиную, я уже выхожу. Ладно. Ой. И, Джо. Да. Я люблю тебя. И я тебя. Ирландия. Белфаст. Объединенное Королевство. Дамы и господа. Надеюсь, вам понравился. Перелет из Нью-Йорка в Белфаст. Через пару минут заходим на посадку. Просьба оставаться на местах, пристегнуть. Ремни, убрать откидные столики. И привести спинки кресел. В вертикальное положение. Спасибо. Ого. Сестра? Почти не пацанка. И где тебя носят? Вот, голубое. Точно помню, была. Дома. Все перерыла, не нашла. Серьезно? Ты забыла у меня одежду. Что привезла из Нью-Йорка? Ты сошла с ума? Я совсем разобралась, мам. А позвонить было нельзя? Что по списку, Мон? Стоять и припираться или одеваться? Одеваться, одеваться. Белфаст, международный аэропорт. 18.03, 17 часов 30 минут, Нью-Йорк, аэропорт JFK. Дамы и господа, приносим искренние извинения. Но наше прибытие несколько задерживается. Просим проявить понимание. Оставайтесь на своих местах. Пристегнув ремни, до прибытия к терминалу. Благодарю. Простите. Можно? Да. Простите, но мне что-то нехорошо. Можно сходить в туалет? К сожалению, туалеты сейчас закрыты. Я знаю, но... Можно? Давайте. Пожалуйста. Спасибо. Паспорт. Австралия. Канада. Так, давай положим. Все сюда, на кресло. Вот, аккуратно. Хорошо. Тетя Джули так обрадуется. Туалет. Простите. Нет. У меня все в ручной кладе. Так. Вам помочь? Спасибо. Текес. Ну что, Ронан? Идем. О. И, наконец, скандальное видео. Взорвавший интернет. Неопознанный объект. Починил компьютер, да, АДЕША. Не то чтобы, да, починил. Ну, что я говорил? Не такой уж он никчемный. Ему нужна фирменная футболка. Не нужна, мам. Я звук убавлю. Зачем? Ждем важного звонка. В смысле, АДЕША. По работе. Завтра проснешься миллионером. Да. Я открою. Может, к Кадешу инвесторы пожаловали. С предложением. От которого не отказываются. АДЕША Чопра. Лондонская полиция. Вы не могли бы проехать с нами? Бесконечный перелет. Устала. Ронан, не надо. Все бы отдала за чашку кофе. Молотого, желательно. Растворимый не признаю. Кто знает, что туда намешали. А вообще, лучше бы просто выспаться. У. Подвязку взяла. МГММ. Что-то чужое. Да. С чужим порядок. Дочки. Готовы? Идемте. О. Натали Томпсон. Это еще кто? Джо. Простите, не вовремя, но... Вам придется проехать с нами. А в чем дело? Что? Не осложняйте нам задачу. Издеваетесь? Так, Натали. Что происходит? Не троньте меня. Руки. Никуда она не пойдет. Давайте успокоимся. Джо, что? Но так нельзя. Все назад. Полиция. Натали. Вот и я говорю. Сперва пройдем таможню. И паспортный контроль. У тебя много штампов из разных стран. Мы уже столько их насобирали. Я тренер личностного роста.
консультант, коуч. МГММ. Со временем поняла, что мой брак. В общем, он уже в прошлом. По сути, все это. Оторванность от жизни, опустошенность. Сам мир вокруг нас, он. Вот и представьте, только приехали. Не успели отдышаться, и пожалуйста. Первое же СМС от нее. Как ты могла отправить? Ребенка в школу с насморком? Кавычка. Я такая, вот давай не будем. Кавычка. Пожалуйста, ожидайте. Вас вызовут. Паспорта, Ронан. Пойдем к маме. Скажи дяде. Спасибо. Да. Здрасте. Следующий. Добрый день. Куда летим? Шон Тилсон. Это полиция? Откройте дверь. Очень медленно, мистер Тилсон. Спасибо большое. Держи, это твой. О, точно. Держи, вот. Еще увидимся. Хорошо. Вы вместе? Да. Неофициально. Хоть так отдохну от них. Весь день могу тут постоять. Будьте добры, очки. Сейчас. Трембли Джейсон Адам. Гражданство Канада. Пол М. Благодарю. Спасибо. Следующий. Прибытие. Выдача багажа. Полиция? В сторону. С дороги? Полицейский участок Бишопсгейт. Лондон. Имя Натали Томпсон. Дата 18 марта 2021 года. Номер 308 908 732 Т. Простите. Простите, Бога ради. Не подскажете. Поместите большой палец левой руки на отмеченный участок. Меня зовут Ванесса Акоя. Я старший следователь отдела борьбы с похищениями и вымогательством Нацагентства по борьбе с преступностью. Так в чем дело? Вы задержаны по подозрению в заговоре с целью похищения Лео Ньюмана в отеле Парк Мэдисон города Нью-Йорк. В прошлый вторник, в 2 часа. У вас есть право воспользоваться на допросе услугами адвоката. Если у вас есть свой, дайте его контакты. В противном случае, на время допроса вам будет предоставлен дежурный юрисконсульт. Все ли вам понятно? Что происходит? Исчезни. Без денег никак. Исчезни, живо. Ты где, Натали? Национальное агентство по борьбе с преступностью, Центральный Лондон. Шон Фицджеральд Тилсон. Лео Ньюман. Готовы? Погнали. Готовы. А я посмотрю. Перевод Елены и Льва Вершбицких.